Парки, скверы и детские площадки проходят санитарную обработку в Петропавловске. Такие меры приняты в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В мэрии рассказали, что такая дезинфекция общественных мест проводится в краевой столице 2 раза в неделю. Правительством Камчатского края было принято решение о выделении из резервного фонда Камчатского края дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции управляющими компаниями в многоквартирных жилых домах и в местах накопления твердых коммунальных отходов. Управляющие компании, безусловно, должны выполнять свои обязательства по проведению дезинфекции как в местах общего пользования, так и на площадках, где накапливаются твердые коммунальные отходы. Подрядная организация обрабатывает хлоросодержащими растворами от 50 до 70 объектов на общей площади от 20 до 25 тысяч квадратных метров. Работа по дезинфекции продолжается в плановом ежедневном режиме.